Ну что, друзья, мы прошли игру. Очень запутанный сюжет. Надо проанализировать. По сути, у нас относительно хэппи-энд, просто еще столько цепочек и хочется продолжения со временем. Но в любом случае, очень хорошо все сделано, я считаю, так что все-таки от меня 10 баллов. И есть пожелание, ребят, уберите печатную машинку, когда идет текст, потому что приходится тихо звук делать, и не слышно уже ни музыку вашу, ни звуки там остальные. Это была ошибка сделать печатный вот этот вот текст. Может быть, как-то надо было, может, потише сделать его. Звуковой эффект. Ну и еще пожелание. Когда есть вот такие цепочки нулевые, то есть гибель, там, арест. Желательно, чтобы был какой-то арт. Неужели так сложно было нарисовать вот то, что произошло? Это могло бы мотивировать все-таки проверять все цепочки ради картинки. Понятно, что заставку это дорогое удовольствие, но хотя бы рисунок. Почему бы нет? Чем просто вот такой черный экран и типа, о, спалился. Ну вообще в идеале, я думаю, или надо рисунок делать, тогда бы это оправдывало такую точку, да? Или просто убирать эти лишние цепочки, которые ведут в тупик. И просто оставлять те решения, которые позволят двигаться вперед. В любом случае, сюжет обалденный. Меня здесь назвали, ну, героя за мои решения назвали идеалистом. Интересный очень итог. То есть, мне кажется вообще, что игра, она как тест, который вы проходите, вы принимаете решение. И в определенный момент она на основе этих решений выводит ваш психологический портрет, который потом в лицо вам говорит. И вот у меня вышел, я так понимаю, идеалист. Ну, там надо точно смотреть, там очень большой психологический портрет. Это было неожиданно и приятно. Думаю, подростки оценят. Гантер, привет. Вот. Что это? Это финал. Дружище, это финал. Разработчикам благодарность. Спасибо, очень интересный сюжет. Мне понравилось. Ну вот и команда, которая это все создала. Титры идут рывками. Вот это не пойму, почему так сделано. Это технический какой-то момент.